Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zomba Buster. Ну что же, у нас с вами лаборатория и стадия 36. Поехали, будем проходить. Что интересно здесь новенькое будет, я не знаю, ребята. Пока мы ничего здесь менять не будем, оставим свой прежний состав, прежние перки. 3 этажа всего лишь, отлично. Давай смотреть. Ага, смотри-ка, новый зомби. Исследователь. Ранее работал мозгами, а теперь жаждет мозги. 375 хп, брони нету, скорость средняя. А что вот это такое? Со временем создает мощного зомби. Ё-моё. Это что еще такое? Т-02. Нафиг, нафиг нам такое нужно. Так, ну, во-первых, поставим сразу снайпера. Ты бич, ага, тут и броня есть. Значит, вот так еще с тобой сделаем. Блин, внизу летающий появился. Это плохо. Энергия, давай быстрее копись, ты мне здесь нужна как никогда. Давай переместим, наверное, да, сюда. Хопа, вот так вот будет оно получше. Так, блин, горелый. Ты посмотри, что творится, ребята. Нам нужно вот так срочно сделать. Пумс, повезло. Просто нам с тобой сейчас очень крупно повезло. Так, поставим, наверное, уничтожителя здесь. Замечательно, он будет бомбить их. А мы пока поставим шипики сюда. Ну, слава богу, здесь всего лишь 3 этажа. И, как я понимаю, 3 волны будет. Ну, ё-моё, вот этого мне только не хватало здесь, а. Чувак там мощный. Мы это уже прекрасно знаем. Давай-ка мы, наверное, вот так сделаем с тобой. Нам нужно быстрее его разбомбить. Ё-моё, давай вот так вот срочно, срочно, срочно. Нам нужно с тобой бомбить вот этих вот зомби. Всех, особенно вот этого вот. Блин, а как мне это сделать? Я не знаю. Если честно, я даже немножко в шоке сейчас в данный момент. Так, ладно, здесь мы порвем. Надо вот сюда, наверное, переключиться и сделать вот так. Этого в любом случае нужно уничтожить. Он же сейчас в ярость еще впадет. В ярость впадет и побежит, сломя голову. Так, быстро сюда. Блин. Успеем добить? Успели. Так, а вот этого вот добей, пожалуйста. Отлично. Так, друзья мои, последняя волна у нас сейчас пойдет. Слушай, я уже чувствую, как здесь будет все очень сложно нам. Вот уже просто чувствуется накал. Так, это у нас опять здесь идет райдер. Давай вот так, наверное, с тобой сделаем. Да ну, хорош, вы издеваетесь, что ли, надо мной? Ты посмотри, что происходит здесь. Ты посмотри, что здесь происходит. Этого надо бомбануть. С этими разберемся. Так, и даже не знаю, как быть. Успеем ли мы? Вот в чем вопрос. Так, давай вот так, наверное, с собой сделаем. Сюда поставим шипы, а вот эту команду просто поменяем местами. Хотя я, наверное, так зря сделал. Мне кажется, я так зря сделал. Давай вот так попробуем. Успеть бы нам вот этого шлепнуть, и все будет хорошо. Но, судя по всему, успели. Судя по всему, успели, главное. Перчатка Таноса, ну, фиг с ней, ладно. Этого нахлобучим. Оу, смотри. Смотри, кто здесь появился. Ё-моё, вот он, мощный зомби. Ну, слушай, я тебе скажу, что снайперша все равно его быстро уничтожает. А вот эти-то какого лешего тут идут, а? Давай, 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 ребятушки, уничтожаем его. Все, этот уровень у нас пройден. Не успел я прочитать, что там за новый зомби у нас. Но этот левел мы прошли. Так. Отлично, наполучали плюшки. Плюс генерал. Уже радует. Я могу. Так, сколько у меня? 6. Я могу, ребята, я могу прокачать вот здесь вот. И нам останется последнее. Это все, что касается энергии. А дальше уже будем прокачивать, наверное, физподготовку. Я думаю, что это оптимальный вариант. Так, ресурсы мы проверили, гаджеты, опачки, надо прокачивать. А что? Все, что нужно, ребят, мы с вами уже давно прокачали.
Все, можно, в принципе, значки поулучшать, с одной стороны, да? Ну да, можно и так сделать. Давай-ка мы вот так вот с тобой сделаем. Объединим. Нехило 10 тысяч стоит, да? Одно объединение. Так, вот это объединим с тобой. А дальше что нам сделать? А вот эти, наверное, с тобой объединим. Нам уже не нужны там третьего, второго уровня. Нам нужны уже, как говорится, самые сливки, да? Самые лучшие. Кстати, мы с тобой еще сейчас сделаем одну вещь. Мы купим с тобой гаджеты. У нас денег 50 тысяч. Сейчас я расставлю свои отряды. Все как полагается. Сюда мы. Так, снять все, экипировать. И то же самое здесь. Снять все, экипировать. Окей. Так, гаджеты. Здесь нельзя их покупать. Они, видимо, только из игры самой покупаются. Ну что, поехали. Оставляем все, как у нас есть с тобой. Тут уже 4 этажа. И вот здесь я хотел... Погоди. А почему? Блин, это, наверное, когда расставляешь войско. Да, друзья мои, немножко я сглупил. Так, что же нам с тобой сделать? Давай поставим, наверное, вот так вот. И снайпера. Вот так вот будет оптимально. Он будет снимать броню, и снайпер будет его уничтожать, да? Так, там бегун бежит. Там, друзья мои, давай так вот сделаем. Окей. Блин, как ты быстро бежишь-то, парень? Может, ты сбавишь оборотики-то? А? Родной мой. Там псина бежит. Так, переключаемся сюда. Псину надо тоже бабахать очень быстро. Так, сюда поставлю, наверное, агента. Вот так вот поменяем местами. Фух. Напряженочка. Теперь уже у меня следующая, ребят, проблема обосновывается. Не хватает времени на откаты. То есть мне приходится очень долго ждать, пока наши бойцы... Уже как бы энергии хватает, но вот энергии не хватает, чтобы быстро боец перезагружался, и я мог выставлять его. Понимаешь, да, к чему я? Так, давай-ка вот там, наверное, разберемся. А этих поставим повыше, да, этот отряд. Вот сюда вот влепим их. Шипы поставим сюда. Опа. Так, вот это вот нам не нужно. Вот этих собачек нам здесь лучше не подпускать. Они очень быстро бегут. И в наших интересах их очень быстро уничтожить. Ну давай, 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 давай. Блин. Да что ж ты будешь делать, мы не успеем. Она все-таки взорвет, да? Вот так вот. А здесь, наверное, очень хорошо бы нам помог тот самый юнит, который замедляет или отталкивает. Как вариант. Как вариант. Ладно, одну мину мы с тобой потеряли. Фиг с ним. Давай дальше думать. Так, здесь мы броню сняли. Все отлично. Так, вот этого бы нам установить как-то. Куда вот его только влепить? Воу-воу-воу, смотри, вон, видишь? Секундочку. Давай вот так еще, наверное, с тобой сделаем. Хопа. Так, срочно стрельбу на 100%. Окей. Вот это мне не нравится. Идет тут, понимаешь ли, отряд трясогузки. Сейчас тут мутант выйдет. И будет нам уже не до смеха. Так, давай вот этих вот всех поуничтожаем. Перчатка, может быть, нам еще поможет. Да, чуть-чуть помогла, но смотри, что здесь происходит. Здесь, кстати, очень хорошо пригодится уничтожитель. Он же плоть в легкую сшибает, да? Сейчас мы с тобой дождемся отката и поставлю его вот сюда. Ну давай ты быстрее. Да, от него здесь будет больше толку. Посмотрим, сразу он сносит этого зомби или нет. Но летит. Да, ребята, уничтожитель отлично работает. Так, и у нас с тобой последняя волна. Так, куда бы мне снайпера влепить? Может быть, вот сюда? Отлично, пускай стоит там. Так, тут смотри, целая куча всяких чудиков, особенно бегунов. Тут заметил, очень много стало. Я так лично очень заметил, что очень много бегунов. Оу!
Так, меняем срочно. Ну, есть контакт. Тут уничтожитель стоит. Ладно. Можем что с тобой сделать? Надо ему помочь как-то. Вот так вот сделаем, наверное, с тобой. И улучшим. Нет, 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 нет. Ну вот собака это... Да ты посмотри, что творят. Ох, друзья мои. Промашку мы с тобой тут дали, конечно. Очень крупную. Мне кажется, тут надо что-то менять. Тут надо что-то нам с тобой менять. А вот что? И это на последней волне так сфейлится тупо, а? Нет, ну мы с тобой обязательно перепройдем сейчас этот этап. Я потерял 2 очка хп. Губка металла. Я получил достижение. Отлично. Значки, капитан. Никакого капитана мне не нужно. Что у нас тут с тобой? Давай посмотрим. Ага, медальку получил, да? А, вот, вот. Мы с тобой прокачиваем полностью. Все, ребята. Так, здесь повышает количество очков здоровья. Давай, наверное, тоже повысим. Ну и надо перепройти вот этот уровень. Кстати, у нас с тобой есть финансы. Вот где надо было, ребята, покупать нам с вами это все дело. Стоит 25 тысяч. А, вот еще можем с тобой что, наверное, приобрести, да? Так, энергию купить. Ну, еще деньги есть. А это сколько стоит? 50 тысяч. Давай, наверное, еще возьмем с тобой вот этого вот. Энергии, да? Две энергии, короче, с тобой получается. И один медпак. Немножко вот здесь я, конечно, сомневаюсь. Может быть, все-таки этого поставить нам, а? А вместо кого? Давай вот так вот сделаем, а? Только вначале ему настроим, потому что, мне кажется, у него уже перки слабые, точнее, значки. Вот так вот, окей. Ну что, ребята, стартанем, проверим, как у нас пойдут дела в этом случае. Так, давай начнем вот с этого. Пускай тут бомбит. Ну и надо иметь команду, где бы стоял у нас с тобой чувак, который снимает броню, да? И сразу же чувак, который может уничтожить с одного выстрела. Это именно уничтожитель. Как он долго бомбит, а? Да, друзья мои. И бегун еще там чешет, чешет, чешет. Давай, может, вот так. Оу! Блин, давай энергию срочно. Ну, да ё-моё, ну что ты будешь делать? Косяк на косяке, а? Давай сюда. Успеем пробить, как думаешь? По идее, должны. А этих вот поставим сюда повыше. Одну миночку мы с тобой, как всегда, потеряли. Ладно, не будем расстраиваться. Не будем пока расстраиваться, не будем о грустном. Так, наверху идет, да, отряд? Ну, с ними, я думаю, что тоже мы поставим нашего командоса. Туда наверх. Стопы. Бегут, понимаешь ли, там, а? Так, давайте тебя поставим сюда. И... вот этого. Так, 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 так. Успеем, нет, как думаешь? Не успеваем. Нифига не получается, ребят. Эти псы нас просто прижимают. Просто прижимают и все. И ничего у меня не выходит. Ладно, главное в нашем деле, чтобы никто не прошел. Понимаешь? Вот если они не пройдут, то это нормально. Даже несмотря на то, что мы с тобой потеряли две мины уже. Так, уничтожителя, куда его поставить-то? Стопе. Стопе, уничтожителя вот сюда я влеплю. Вот так вот будем с тобой делать. Пускай он стреляет. Будет уничтожать их, да? Тут копится целый табун зомбарей.
слушай, мы, наверное, вот так с собой сделаем. Ага, бегут, бегут. Черт, лидеры эти. Давай так вот поменяем местами немножко. Там уже готовится амбал. Самый опасный вот тут в данный момент, это действительно собаки. Очень быстро бегут. А ускоряет их вот эти вот танцульки. Но этот чувачок крут. Он, конечно, их немножко оглушает. Так, вот здесь вот. Давай вот так вот поменяем. Мы должны с ним разобраться. И, в принципе, сюда можно поставить уничтожителя. Последняя волна. Ну что, ребята, держимся. Держимся молодцами. А-а-а, началось. Так, давай поменяем. Так, идет расстрел. Ускорять пока, наверное, никого не стоит. Воу-воу-воу-воу. Ну, пришлось, ребят, так сделать. Иначе бы нас тут раскукожили. Смотри, что творится. Посмотри, какая гонка просто идет. Сломя голову, все бегут. Псы, зомби, кого-то тут нету. Опа, ускорились. Они так-то бегут, сломя голову. Они еще под ускорение их ставят. Харе, ребята, харе, так баловать. Я на это не подписывался. Это последняя, ребята, волна. Если мы здесь с тобой простоим, то победушка будет за нами. И, слушай, я думаю, мы с тобой здесь пройдем. Должны пройти. Отлично. Так, здесь подбей. Отлично. Так, броню снимает, да? Вот этот вот чудик, единственное плохо, что он только броню снимает, и все, ребята. Дальше он бесполезен. Фух, мы с тобой прошли здесь. На генерала. Хочу подчеркнуть, генерала не меньше мы с тобой здесь получаем. Кучу значков, генерал, и замечательно. Значит так, мы переходим с тобой на 38-ю стадию. Что у нас там по финансам? По финансам у нас все хорошо. Все хорошо, так... Ну что, давай приступим. Вперед. Так, мы с тобой еще купим, наверное, энергию. Вот так вот. Чтобы, ребят, сразу мы могли полностью заполнить шкалу и выставить, кого нам нужно. Это самый оптимальчик для нас будет. Так, ждем. Ага, идет обычный зомбик. Мы поставим сюда снайпершу для начала. Там еще и броневая фигня пошла. Так, хорошо, будем пока колбасить. Если что, используем с тобой энергию. Опа. Ребята, используем энергию, потому что там уже идет чувачок, который нам очень вредит. Давай вот так вот сделаем. Вот-вот, я именно говорю тебе про... Ох ты, а это еще кто такой? Пришелец, высокотехнологичный зомби с пушкой для порталов. Призывает зомби через порталы. Ты сейчас серьезно, блин? Мне и так-то здесь живется не сладко. Они еще какого-то чудика придумали сюда, который призывает зомби из порталов. Офигеть. Сюда нужен, наверное, распылитель. Уничтожитель, точнее. Так, что нам сделать с тобой? Что нам с тобой сделать? Давай поставлю, наверное, вот так вот. Да ё-моё, ну вы издеваетесь, а? Вы издеваетесь надо мной, верно? Ну-ка. Слабо сработало. Давай вот так вот еще сделаем. Вот этого нужно уничтожить нам, понимаешь, в первую очередь. Снять броню с него и бомбить его. Так, отлично, получилось все хорошо. Сюда надо поставить агента. А, нет, агента здесь не надо. Здесь у нас есть чувак, который снимает броню. Этот этаж у нас простаивает. О, там уже готовят мутанта.
на созревание. Господи, ты посмотри, что происходит. Нам везде нужно ставить чувака, который снимает броню. Абсолютно везде получается, потому что смотри, что творят. Смотри, что они вытворяют здесь. Поехали. На ускоряхе. Истребляем. Воу-воу-воу-воу. Меняем, ребята, местами. Так, теперь этих наверх надо поднимать срочно. Фига тут. Такие выкрутасы пошли. Это уже не смешно. Это уже не смешно. Пришельцы, бегуны, кого тут только нету. Этот еще амбал. Ты посмотри, какой он мощный, а. Фиг его пробьешь. Причем его даже уничтожитель убить не может. Вот что я тебе хочу сказать. Даже уничтожитель. Вот тут у нас классно получается, да? Везде стоит чувак, который снимает броню. Сюда мы с тобой поставим снайпера. Надо второго гранатометчика вызывать сюда, ребята. Пока не поздно. Да-да-да, блин, а он так долго перезаряжается. Я офигею тут. Твою ж налево. Так, гранатометчик, давай. Да бомбите вы их там нафиг, ядрени фени. Чего вы там рассусоливаетесь-то с ними? Куда нам поставить? Вот сюда, наверное, да? Так, с этим-то что? Подбей, подбей. Неужели успеет зайти, а? Нет, не успел, ребят. Мы его подбили. Сюда поставим с тобой уничтожители. А этот еще потихоньку себе восстанавливает хп, когда идет. Я вот что заметил. Фух. Ну и слава богу. Так, богатый ребенок. Я получил достижение. Шикарно. Просто шикарно. И в то же время сложно. Дико. Так, получаем 15 тысяч с тобой. Замечательно. Так, сколько у нас? 4, да, с тобой? Мы можем прокачать. Следующее усиление будет 20%. Так, а что вот тут? Вот, снижает время перезарядки лифта. Ну, я пока не буду, наверное, тратить сюда. По значкам. Но у нас с тобой уже очень много всяких значков здесь. Нет, я не буду тратиться на них. Мы лучше с тобой приобретем энергию, да? Ну что, поехали, ребят, 39-я миссия. Вперед. И закупаем энергию. Вот так вот. Ну что же, с богом. Йо, тут этажей, это сколько? 1, 2, 3, 5. Ну вы повеселите меня сейчас, блин. 5 этажей, зашибись. Давай строчи, Рэдди. Да, шанс, что он там кого-то уничтожит, это очень-очень маленький. Так, докторишка там еще пошел, да? Сверху. Сейчас в лифт, наверное, сядет. Нет, он не стал садить. А, нет, сел, ребята. Значит, он окажется внизу. Так, ну что, его мы можем уничтожить с кем? Давай вот так, наверное, сделаем. А здесь вот так вот, что ли? Хотя бы так для начала. Какой он сложный, ты чё? Эй. Чё-то чересчур ты, парень, мощный какой-то. Разобрали. Так, ребята, давайте, наверное... Даже не знаю, как лучше сделать-то. Так. Так, может быть. А как еще? Снайпер. Куда ты его влепил? Мне нужен на другом этаже он. Вот здесь. Что-то как-то не то. Совсем, друзья мои, не то получается. Так,
Так, ладно, этот уничтожает потихоньку. Тут амбал вышел еще. Я его так рад видеть, прям не могу. Нет слов у меня. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Наверху зомби бронированный, да? Вот так вот сделаем, чтобы через агента. Через агента. Вот тут вот. Тут вообще никого нету. Эти стоят, просто прохлаждаются. А ты сможешь его подбить? Ты уверен в этом? Можешь тебе помочь? Вот так. Блин, супергигант вышел. Но я думаю, с ним мы тоже разберемся. С этим супергигантом. Давай вот так вот сделаем. Поставим сюда вышибалу. Так, еще медика не хватало, который тут будет отхиливать их. Снайперша 197. Куда ее влепить-то, если что? Можем вот сюда поставить. На нижний отряд. На нижний отряд. Так, ребята, вы не прохлаждайтесь, бомбите здесь. Там вон куча всяких уродцев идет. О-о-о, телепортом своим. Понял, как он призывает все это дело? Вот так вот, ребята, через телепорт он вызывает их. Вон, целую кучу. Тыдыч! Окей, отлично. Причем он такой, смотри, жирный довольно-таки. Довольно жирный, его так легко просто не подбить. На всякий случай, пускай здесь будет у нас жнец. Это еще две волны будет впереди. Так, энергия еще есть у нас, если что, одна штучка. Сможем заюзать ее. И мне нужно заставить полностью этаж вот этот вот сверху. Так, давай вот так, наверное, сделаем. Бомбическая сила. Распылителя, уничтожителя. Куда нам его? Наверное, сюда поставим, да? Или вот сюда вот? Сюда все-таки, наверное, влеплю я его. Один этаж у нас вообще, ребята, с вами. Давай вот так вот сделаем. Давай, родные мои, вжариваем. Пронзаем их там всех. К ядрени фени. Так, и теперь вот это, с этим этажом нужно что-то решать, ребят. Вот так, наверное, для начала сделаем. Собак здесь нету, и это слава богу. Потому что собаки это самые вредные для меня. Они очень быстро бегут, и на них нужно очень много сил бросать. Так, сейчас пойдет последняя волна, заключительная. И, я так понимаю, самая-самая жирная и мощная. Ну, где вы там? Снайпершу, подожди. Лучше вот так, наверное, сделаем с тобой, да? Окей. Просто такой тут хаос творится, ты посмотри. Очень много медиков, да, я смотрю. Ну, стало выходить здесь. Так, уничтожитель. Ага. Так, у меня готов агент, но агент нам нужен ли здесь? В принципе, агент бы нам пригодился бы, но я думаю, что мы, наверное, вот так вот лучше снайпера поставим. И шипы. Окей. Вроде бы все пока неплохо получается, да? Я бы даже сказал, великолепно выходит все. Окей. Вот этих уничтожителей сейчас просто в хлам уничтожат. Ну и этого тоже, ребята, в легкую. Сейчас выстрел сделает один. И он взорвется. Все. Фух. Друзья мои, как ни странно, очень даже великолепно. Даже мины все у нас с тобой остались на местах. Так, и мы можем с тобой маленечко прикупить. Да, прикупить. Во-первых, здесь. Сколько тут? Ага, прокачиваем, ребята, все, 20% усиления. Это максимальное количество, больше нам ничего нельзя. Стадия 40. Ну что, вперед из песней.
вперед и в спину. Блин. А чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть нам не хватает. Ну что, стартуем. Опять же, блин, 3 этажа покупать. О, вот это плохо. Ты посмотри, где двери находятся. Тут и тут. Офигеть, это, конечно, серьезная заявочка. Будем честны, это серьезная заявка. Давай поставим с тобой вот этого. Так, сейчас попробуем. Оу, он полетел наверх. Тоже мне Карлсон. Он улетел, но обещал вернуться. Так вот, что ли, сделать? Ага, он вернулся обратно, отлично. Так, давай снимать с него броню. Воу. Внизу бегун. Тюш, тюш, тюш. Стрельба такая не детская, ребят. Так, сюда, пожалуйста, перейди. А он с броней. Есть контакт. Наказали. Так, куда этот Карлсон опять-то полетел, а? Блин, придется, ребят, тратить. Не хотел. Ну, видишь, никуда не деться. Поставим вот так вот с тобой, да, наверное? Блин, он навернулся обратно. Да чтоб тебе. Так, как нам быть-то тут? Ну, вот так вот сделаем. Они, видишь, подходят к этим дверям. И потом уже начинается трэш. Двери открываются, и весь этот табун бежит на нас. Это как раз-то и плохо. Наверху 2 летающих. Этот вернулся к нам, да, сюда? Блин. А успеем ли мы? Какой-то вредоносный сайт там появляется. Так, этот опять улетел наверх, а? Секунду, 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 подожди. Так, неужели этот... Нет, он вернулся обратно. Опа, новый какой-то. Гик создал устройство для создания невидимости перед тем, как стал зомби. Не получает урона во время невидимости. Замечательно просто. Еще какой-то невидимый чувак появился тут. Okay. У нас. Просто великолепно. Гик. Его величать. Ну, двери, блин, откройте. Вот так вот. Секунду. Здесь-то что? Здесь бред творится, да? Надо уничтожать. Тут еще и амбал идет. Так, броневик, наверное, не нужен. 2 уничтожителя поставлю сюда. Оу. Давай-ка вот так вот поменяем, наверное. Да ты посмотри, что он творит, а. Он просто становится невидимым, и все. И сейчас давай стрельнем его разочек. Уничтожитель. Вот так вот. Отлично. Отлично, все хорошо, пока под контролем, ребята. Разбираем. 2 уничтожителя, это, кстати, круто. Вот сюда их поставим тоже, да? Чтобы сразу убить этого хламона. Шипы сюда влепим. Так, вот сюда бы не помешал, наверное, вот этот вот чудик. Остается еще 2 волны. Вон туда, пожалуйста, наверх. Надо этого уничтожить сразу же. Да ё-моё, пули, блин, Ну это не серьезно уже. Как быть? Так вот, наверное, что сделаем с тобой, да? Эти вот ворота специально здесь сделали, чтобы не могли мои прострелять, чтобы они как можно ближе ко мне подходили сюда. Зашибись. Железная логика, ребята.
Не поспоришь. Так, нам нужен... Вот так, наверное. Да ё-моё, ты смотри, что он сделал. Вовремя активировал, а? Давай, давай, стрельни в него разочек. Уничтожитель, стрельни, говорю. Есть контакт. А внизу, внизу, ну, более-менее пока внизу. Снайпер, слава богу, разбирается. Может быть, еще одного снайпера поставить? Или все-таки лучше... Или лучше вот этого? Вот так вот. Ну, сейчас будет, ребят, последняя волна. Понеслась, да? Сюда уничтожительно надо влепить. Вот что я понял. Или вот сюда, блин. Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Давай, уничтожитель, ты мне здесь нужен. Ну. Есть контакт. Вырубай. О, тут смотри, сколько их идет. Тут и бронявые, и кого только нету. Жесть, жестко. Не успел, да? Не успел он уйти в невидимость. Ну? Вот так вот. Тут на моих нервах играет. Слушай, а тут-то что? Вот так надо менять, ребята. Отлично. Слушай, ну неплохая у нас тут с тобой тактика получается. Очень крутая на самом деле. Уничтожители сносят, короче... Достаточно поставить одного чувака, который снимает броню, да, и два уничтожителя. И, в принципе, можно любого сносить. Вообще без каких-либо проблем. Ну, все дорого стоит это, конечно же. Уничтожители стоят у нас сколько? 232 энергии. И броневики тоже 232 энергии. То есть, такой довольно... Компания такая довольно дорогостоящая. Но зато дает свои результаты. Бычий глаз и командир. Так, получаем с тобой 40 монет. Окей. Генерал. И у нас остаются две последние миссии, друзья мои. Две последние миссии. Так, спасибо. Еще медальку. Зайдем в ресурсы и... Скоростной лифт или что бы нам лучше... Может, перезарядку гаджетов с тобой прокачаем? 18% быстрее. Ну, не так уж дорого, но я думаю, это нам поможет. 64 тысячи. Ну что? Давай мы снимем, экипируем. Вот так вот. Здесь то же самое снять, экипировать. Ага. Он вообще мне обойдется во сколько тогда? В 180. Нифига, в 180 всего лишь. Вот это я понимаю. Тут на атаку 195 у снайпера. Обалденная атака на самом деле. Ага. Вот так вот, да? Ладно. Жнец. Все, ребята. В принципе, я готов. Поехали. Вперед, как говорится, и с песней. Фух, вперед и с песней. Так, мы с тобой приобретаем энергию. Три пака. Отлично, поехали. Это сразу тут убираем все. Пять этажей. Сразу можно начать, в принципе, с уничтожителя. Пускай он их там рубашит. Стопы. Вот так вот, отлично. Ну тут собаки, это уже плохо, ребят. Оу-оу-оу-оу. Так, ну... Блин, придется тратить, ребята. Сноси, сноси ему броню, пожалуйста. Вот так вот. Блин, наверху и бронявые идут. И всякие, какие хочешь. Корявые, хромые.
Вот так, наверное, мы с собой сделаем, да? Пускай он пока там бомбит их. Я его еще под усилением сделаю, чтобы он побыстрее все это дело разбирал. Что-то как-то он хромает, если честно. Так, поставим тогда агента сюда. Агент тоже быстренько их сейчас броньку посшибает им. Но этот с базукой, естественно, разбомбит. Так, одна волна кончилась. Но тут, по крайней мере, нет никаких ворот, и это уже радует. Угу. Вот объясни мне, зачем я так сделал? Зачем у меня здесь агент находится и... вот так придется сделать. Давай-ка лучше вот так, наверное, себе сделаем. Наверху, наверху проблема. Наверху проблема. Тут вышибало еще прет, а? Вышибало понимает только урон от этих, от ракет. Больше его ничего не берет. Вот так вот, отлично. Громозека вышел. Давай, пульни ко мне в разочек, он рассыпется тут же. Упс. Ну, снял броню и валишь, валишь его. Есть контакт. Давай, давай. Блин, сколько псов-то, ты посмотри. Okay. Сколько здесь псов. Там вышибало, да? Вышибало идет, значит, туда тратим. Секунду. Да не так быстро, я же... Эй-эй-эй-эй-эй, есть контакт. Фух. Трэш какой-то, блин. Просто трэш, ребят. Эту команду наверх. Так, сюда, наверное... Так вот сделаем с тобой. А нужно ли? Нет, я не буду, наверное... Хотя, нет, не буду я применять адреналин. Пока не вижу в нем смысла. Так, друзья мои, две волны осталось. Псар не бежит. Быстро сюда переключаемся. Бежит псарня. Ну, с этими разберемся. Так, меняем вот этот вот отряд. Вот таким вот оптимальным вариантом. Твою же налево, что нам делать? Вот так надо менять, наверное. Поехали. Прокатит, нет. Блин, неужели пройдет, а? Перчатка? Есть. Перчатка Таноса на свой... Воу! А тут-то как же... Да. И прошел, ты прикинь, и прошел. Опять, ребята, нам придется с вами переигрывать этот уровень. Что вот им надо, вот объясни. Ну этих-то понятно, этих нужно уничтожать только с помощью снимания брони, все. Тут другого варианта нету. Но вот против этих, это, конечно, жестко. Давай вот так, наверное, сделаем. Да ну, блин, фигня какая-то. Посмотри, что выходит-то. Так, может быть, поставить? Через жнеца сработать? Давай так вот бомбанем. Посмотри, вот, вот этих вышибал. Вынеси их, называется. Попробуй их вырубить. Сколько надо сделать усилий? А тут, смотри, что наверху творится. Мои там просто строчат, и им все пофигу.
Они продавят нас. И тут начинаешь задумываться, а не пора ли менять гаджеты, да? По ходу дела пора. Смотри, им пофиг. Им просто по барабану, вот и все. Мины здесь больше нету. Есть! Эть, я не успел. Или успел, ребята, успел. Все, нам засчитает генерала. Я успел в конце заюзать аптечку. Господи, на последних микросекундах, так скажем. Так, ну что, миссии выполнены. Давай заберем с тобой наградки. Так, 10 тысяч, 12 тысяч. Все. Окей. Так, по ресурсам у нас что? 5. Так, зарядку гаджетов сделаем, да? Ну что, друзья мои, у нас с вами последняя миссия, судя по всему. Хотя юнит до сих пор еще не открылся. Поэтому я не знаю, последний это или не последний. Но я знаю точно, что мы с тобой наберем энергию и возьмем, наверное, одну аптечку. Колесо мечей тоже, наверное, классно было бы, но 50 штук стоит. Ну что, друзья мои, готовы? Блин, гаджеты, я не знаю, адреналин, перчатка Таноса. Шипы, вот шипы, наверное, да, уже как бы не актуальны, скорее всего. Но я их уже, я не знаю, ребят, прокачал. Может быть, вот щит был бы крут. Фиг знает, поехали, друзья, будем сейчас разбираться. Будем с тобой смотреть. Начнем так. Дичь, хлам. Тыч следующего в хлам. Вот здесь вот вдвоем, когда они стоят, вообще имба, ребята. Если кому-то нужно снять броню и сразу уничтожить, вот именно эта парочка здесь великолепно себя будет вести. Так, сюда поставим, наверное, амбала. Тут пока прикроются, я думаю, да? Ничего страшного не случится. Двери, двери есть. Двери тут есть. Так, куда это вы вниз пошли? Думаете, такие хитрые самые, да? Ага, конечно. Я вас насквозь вижу. Так, давай-ка вот сюда поставим. И, наверное, снайпер шел сюда, поставлю я. Так, профессор кислых щей, ребят, наверху. Надо его бомбить. Ой. Опять этот громозек идет. Опять этот, ребята, громозек, а? Ну что ты против него сделаешь? Ничего, только вот если вот таким вот образом. Опа, это еще что за... Большой парень использовал тактику катания на спине уже давным-давно. Сбрасывает зомби после смерти. Еще не легче, он в броне. Ребята, он в броне. Надо броню скидывать с него. Блин, вот это трэш. Так, иди сюда, вниз. Упс. Фигня какая-то, ребят, ползет. Ну ты видишь, да, что происходит. Блин, ты броню-то с ним будешь снимать или что? В чем проблема, там не могу понять. Есть. Во-во-во-во, смотри, 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 бежит. Халабуда мелкий. Хорошо, что он на изи разобрался. Так, а здесь у нас, смотри, кто. Танцульки-пульки пришли. Блин, вот этот вообще неуязвимый. Просто идет и пофиг ему на все. Так, гранатометчик. Куда тебя поставим? Давай, наверное, вот сюда. Пока. На время. Псы. Псы войны. Давай, давай, родные мои. Есть контакт. Так, профессор оглушенный пока. Пускай так и будет. Здесь, наверное, вот так лучше, наверное, сделать. Нам поменять. Так, уничтожителя, куда поставить-то его? Ты что, босс сейчас пойдет? Не забывай об этом.
Вот здесь лучше, наверное, поставить агента. Да, пускай броню. Вот. Смотрим, друзья мои. Ё-моё. Вот такой вот чувак. Я не знаю, что он сейчас будет делать, какие у него способности. Крикнул, короче, да? Давай смотреть. Фокусируйся на миссии в дверь, маленький парень. Да нет, при чем здесь... Вот. Смесь двух суперзлодеев, которые любят разрушать. Бурейза. Язык сломаешь. Так, ну что, активируем. И давай, ребята, выставлять. Зашибись, тут еще и пришелец бежит. Окей, вот тебе и окей. Сейчас будет вызывать этот дурило своих пришельцев, блин, чертовых. Буериза, да, говоришь, значит? Давай вот так шипы сюда под ноги ему влепим. Что он делает, я что-то не пойму я. Так вот. Упс. Давай вот так, наверное, с собой поменяем. Надо этого амбала валить. И как желательно быстрее. Так, тут еще и шманцы-танцы идут. Блин, вот так теперь придется. Как этого гада завалить? Его, естественно, лучше прибивать физ-силой. Физической атакой, ребят. Так, сюда... Блин, что снайпер-то не могу влепить? А, снайпер еще в откате. Снайпер еще в откате, да? Окей. Да ну, блин, он идет, 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 идет. Я у него даже половину здоровья не отнял. Адреналин, точно, ребята, адреналин. Что же я про него забыл-то? Так, уже получше, уже получше. Так, здесь у нас нету кого? Нету, ту броню снимаем, да? Ставим. Продвигается гаденыш по чуть-чуть, а? Ну не ори ты, блин. Вроде поставил, чтобы быстрее у нас с тобой шли откаты. Я в упор не вижу, чтобы быстрее у нас с тобой гаджеты перезаряжались. Снайпер. Снайпер здесь нужен. Все, ребята. Так. Давай вот так вот. Ну. Да что так долго-то? Да господи, ну. Давай, 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 давай. Откат, 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 откат адреналина. Мне срочно нужен адреналин. Сейчас я ему буду тут так влуплять. Погнали. Вот, 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 лишь бы броню не вешал на себя. Как всегда, а. Он уже подходит, ребята, почти близко подошел к нам. Так, есть шанс, есть, друзья мои, шанс у нас с вами его подбить. Псы эти еще войны тут идут. Видишь, снайпер стреляет, она не может прострелить сквозь него. Поэтому собака сейчас может нам с тобой здесь навредить, хотя нет, не сможет. Так, броню, броню почти сбили, там еще этот солдат бежит. Как долго броня сбивается, а? Хорошо, что здесь нет никаких дверей, я представляю, если бы он шел бы тут... Копил бы сзади себе армию. Потом бы двери открывались, и эта вся армада на меня бы ломилась. Вот это было бы жесть. А так, ребята, Буериезу мы завалим с тобой, скорее всего. Да. Вот так вот, друзья мои. Вот так вот. Все, как говорится, на изи. Гибко металла и главный. Судя по всему, это был главный босс, да? Ну... Оу, друзья мои. Оказывается, у нас еще есть станция метро. Так от этого еще только слаще, ты понимаешь? Я-то думал, что мы все уже прошли. Ну, кукиш там с маслом. Оказывается, есть станция метро. Ха! Так что, ребятушки, мы еще с вами не прощаемся.
Мы еще с вами не прощаемся. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Да? Тут у нас все идеально. Все идеальненько просто. Увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную игру. Так что всем пока и до новых скорых видосиков.